Ukrainian armed forces have attacked a warehouse belonging to the invading Russian army in the occupied Tarasovka village of Zaporizhia region. As a result of the strike, the warehouse exploded, and the Russian soldiers inside were killed. In addition to military supplies, there were parcels for soldiers in the warehouse. The footage from the area was taken by the Russian military. Ребята, вот такая весть пришла. Вот откуда мы вернулись, склад в Тарасовке с белыми колоннами дом, к сожалению, взорвали сегодня. Если кто-то не успел получить свои посылки, вы уж простите. Мы что могли, делали, привезли, передали. Ребята, которые там были, погибли в этом складе. Я думаю, что потому что они там закрыты внутри. Царство небесное. Вот такие вот сведения. Вчера привезли, сегодня уехали, сегодня он уже взорвался. То есть также и мы могли там подорваться, не знали когда чего. Очень печально, ребята.